Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Как провести выходные насыщенно и интересно? Узнаем прямо сейчас. Эльдару Рязанову 95. Культовый режиссер родился в Самаре 18 ноября и подарил нам множество прекрасных кинолент, которые полюбились всем зрителям. В честь этого события музей Эльдара Рязанова устраивает день открытого посещения. Можно будет посмотреть экспозицию музея бесплатно, а в 19:00 для посетителей пройдет викторина с призами, которая станет приятным завершением праздничного дня. Не пропустите! Природа, судьбы людей, эмоции и спорт. В областной библиотеке открылась фотовыставка «Самарский взгляд. Избранная». Там можно увидеть фотографии лауреатов и победителей конкурса за последние 12 лет. 220 лучших работ фотохудожников из разных уголков нашей страны. И каждый из этих снимков по-своему уникален. Ежегодно в Самаре проходит городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд», целью которого является знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства. Выставка будет работать до 26 ноября. Театр позволяет нам не только прикоснуться к прекрасному, но и дает мощный заряд положительных эмоций и расширяет кругозор. А на этих выходных в театре «Самарская площадь» показывают классику «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Поэтому идти нужно обязательно. 20 ноября, воскресенье, начало спектакля в 18:00. Если вы творческая натура и постоянно находитесь в поиске новых хобби, то следующая информация точно для вас. В детской картинной галерее 19 ноября пройдет мастер-класс «Живопись для взрослых. Акрил». Добавить жизни новых красок и узнать что-то новое можно будет в эту субботу. Начало в 10 утра. Подробнее о записи на мастер-класс можно узнать в группе детской картинной галереи ВКонтакте. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.